Всем привет, ребят! Ну что, как обычно, у нас сегодня трэш, сегодня с Арделя. Видосик будет длинным, поэтому можете делать там чай, кофе, капучино, кто что пьет. Садитесь и будем проходить сегодня подземки, также потом зафармим волны, пофармим локации. Ну и, конечно же, как обычно, возможно, в конце паролем. Так, окей, поехали. Мы закончили в прошлый раз на подземочках жестоких. Я дошел до жестоких шестых. А с помощью Фрей я налегке зафармил. Поехали, попробуем в этот раз. Посмотрим, что у нас получится. Так, ну-ка сейчас глянем. Как меня будут сливать. В чем плюс Фрей? Вы сейчас сами увидите. Она сливает героев издали. Вот то, что мне надо. Плюс... Так, тыковка, тыковка, тыковка. Держимся, держимся. Все, как видите, она посливала практически всех вражеских здесь героев. 45 тысяч. Все, она просто сливает всех, все и вся. И, соответственно, мне остается только разбить здание. То есть в этом как бы плюс от Фрей в данной локации на моей силе, что она просто тупо шатает. Хоть она и не прокачанная, но этого хватает на разгоне, чтобы просто их... сливать. И как видите, налегке прохожу героями с первыми скиллами 140 уровня, не прокачанными, свободно прохожу эти локации. Так, окей, S1 пройдено, поехали дальше. Так, надо взять, наверное, гильдейскую магию, то, о чем я говорил. Закинуть еще 8 уровней. Так, отлично. Отличненько. Так, надо здание довести будет. 432 надо. Доведем потом. Так, окей, поехали дальше. Гильдейская магия реально очень спасает. Так, ну я стартую, как видите, уже с тыковки, использую магию. Говорю, стартую с тыковки. Стартую с Фрей, потому что тыква проседает. Надо ее качать. Фрейка под отхилом Седны, под отхилом Варже. Эй-эй-эй-эй. Это было. Ну все, просто на изи. Затащили следующую подземочку, отлично. Мне бы еще водушку на тыковку, вообще было бы огонь для подземки. Все, ребят, зависит от того, насколько у вас прокачаны герои. Тут каких-то особо тактик на мелкие подземки, ну, есть нюансы, конечно, но особо тактик нет. Самое главное, чтобы у вас были хорошие прокачки некоторые герои. Так, поехали следующее. Так, мы пробуем тут всех. Тыковку, ой-ой-ой-ой, ничего себе, видите, вот тыква. Блин, выпустил немножко не там и слили. Ну ладно, тут такое. Самое главное, смотрите на центр. Просто смотрите вот сюда. Я еще и магию сюда выкину. Использовал на них магию. Посмотрите, что Фрей делает. Это просто чудо. Реально, для бездоната это самый имбовый герой. Для всех локаций, для PvP, для фарма в некоторых случаях. С Фрей намного проще у меня все будет. И как видите, я намного быстрее сейчас буду все фармить и проходить. И это все благодаря, в принципе, одному герою.
Так, есть опять-таки потеряли. Что такое? Такс. С4. Так, тут герои вообще далеко стоят. Можно даже так попробовать. Пикапки стартануть, чтобы ее разогнали сейчас. Поставим. Ид. Как вариант. Герои далеко, башни. В принципе, не должны тыкву нашу слить. Сейчас получим разгончик. Ну вот все, смотрите, что делается. Просто даст видос. Если бы я так напал, не факт, что я бы слил этих героев. Конечно, у меня еще с дальников там, допустим, ворожай, который тоже будет их бить. Ну, опять же, седна, которая тоже может. Фигня по сравнению с тем, что есть Фрея. Так, отлично. Следующий заходик. Стартуем обратно стыкву, чтобы был быстрее разгон. Можем даже так здесь, отлично. Даже попробовать вот так сделать. Под отхилом напасть и оставить чит на потом. Но видите, тут уже посерьезнее противники. И сейчас могут, я кидаю магию, потому что бомбочки есть, пока они подойдут. Может быть печаль. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И далее это. Смотрите, что творится. Просто жесть. Вот вам магические башни, к которым я еще тоже не готов. Так, отлично. Восстановились. Нету метели, ребят. Вот нету метели, и жопа полная начинается. Вот видите, по центру не стоит так нападать. Так, ладно. Попробуем, резнемся. Надо качать алтарь. Для того, чтобы быстрее рисовались герои. Так, уже не хватает. На битве гильдии моя Фрея вряд ли будет меня еще спасать сейчас. Потому что она еще не особо прокачана, но есть плюсы от нее. Так, отлично. Поехали, попробуем сбоку зайти. Такс. Давайте попробуем отсюда зайти. Видите, как стан проходит. Вот это самое печальное. Суккуб подойдет и нас нафиг сольет. Вот эти магические башни, вот метель против них очень спасает. Но у меня она еще даже не открыта. Так, отлично, героев разобрали. Тыковка, давай, давай, баф. Все. Прошли сбоку. Ну, по центру нападать, как видите, не актуально. Вот снизу или там сверху, так вот с противоположной стороны будет самое то, потому что башни магические имеют не такую дальность атаки, как стрелковые, соответственно, их не будет столько атаковать вас. Так, отлично. Эту затащили. Почти на финишной прямой. Еще 5 штук осталось всего-то. Так, окей. Так, магические башни с той стороны. Ну, опять же, стартуем с Фрея. Пробуем, включаем магию. Линии и оставляем щит на потом. Мы сейчас разгонимся. На варианты, вот видите, если вот бывает такое, что герои забегают, не успевают убивать, то лучше все-таки хранителя магию оттаскивать до последнего. Все, отлично. Включили разгон, тут, в принципе, даже без проблем.
Но опять же, магические башни уже начинают создавать проблемы. Если раньше у меня там создавали проблемы шапки Макдуга, то здесь уже создают проблемы у нас магические башни, а дальше будет их все больше и больше. Поэтому для этого надо, если у вас цель проходить подземки, по максимуму качать магию, особенно метель, которую надо открыть на 16 уровне. Как видите, у меня герой опережает прокачку. Опять побежали в рейд. Не хватает нам золота немножко. Ну, с Фрейей опять же, смотрите, за счастье просто фармить. Что она делает? Это просто жесть. Обалденный герой. Так, ну тут уже, конечно, подземка, блин, большая. Ну, пробуем отсюда выкидываем. Линия и щит оставляем на потом. В принципе, тут разгончик должен получиться неплохой. Единственный минус, герои сейчас будут разбегаться, и очень проблемно будет. Так, тыква, не проседай. Все отлично, есть максимальный разгон. Соответственно, героем сейчас будет. Ну, тыковка, ты чего? Все, героев разобрали. Вот видите, мины-ловушки, которые бывают реально мешают. Но если бы у меня не было ворожея, я бы так тут не пробегал. Потому что у меня от хила не было бы столько, а от ворожея реально спасает. Пока что спасает. Есть. Отлично. Так, отлично. Есть. Поехали дальше. Следующее. Так. Тут магических, конечно, дофига. Но будем пробовать отсюда стартовать. Вариантов. Сейчас тыковку, конечно, могут подслить. Оттягиваем все. Так, усиление кинули. Вот еще плюс от Фрей. Ее голуби впереди летят. Соответственно, вражеские герои агрятся на них. Тут что-то не замялись. Использую все-таки магию лучше. Для того, чтобы не станили, обязательно ставить на подземке слона. Он будет тоже очень помогать вам. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, держись. Так, ну все, думаю, тут уже должны затащить без проблем. Так, отлично. Ну, так вот по чуть-чуть уже 6-9. Такс. Попробуем здесь так тоже стартовать аналогично. Кидаем магию на отхил. Начинаем разгоняться. Как видите, я обратно же с тыковки начал стартовать. Самый такой оптимальный вариант в моем случае, да и в ваших. Ай-яй-яй-яй, не увидел, где тыковка, кинул мне туда магию. Ну ладно, у меня есть седна, если у вас есть седна или дерево, тоже берите, она реснет в атакующем варианте. А я магию вообще не кинул, я просто на нее нажал. Ладно, минус 10 самов.
Так, отлично. Все, финишная прямая, ребят. Так, тут у нас есть мясо. Можем, кстати, попробовать обратно же тот же самый вариант. Сейчас увидите, какой именно. Пусть разгонится, она пусть убьет сейчас. Сейчас выманим мясо. Голубей. И закинем всех остальных. Такой вот вариантик. Сейчас мы на нем должны получить разгон. Ай-яй-яй-яй, провтыкал тыковку. Не успел. Так, ладно, сейчас будет у нас рез, разгон. Ну, блин, чуть не хватило, но придется все-таки пробовать с другой стороны. Видите, все-таки дальний камень как вариант. И вот бить вот голубя, только разгоняться придется тыковкой с другой стороны. Можно, в принципе, и так попробовать пройти, и потом кинуть тыковку где-то сбоку, в другой стороне. Вариант. Давайте так попробуем. Рая пока посливает. Жалко, конечно, еще. Так, делаем то же самое, кидаем ее, выражая серну. Вытащили. Теперь ждем, когда Фрейя сольет героев вражеских, чтобы мы могли тыковку свободно выпустить Ирину. Пробиваем. Так, все, теперь можно выпускать Рину. Можно выпускать сюда тыкву вслед за ним. Так, все, тыква разогнала. На всякий случай магию кидаем. Ну, сейчас, соответственно, мясо мы тоже должны быстрее пройти, потому что у нас будет разгончик от тыковки. Если, конечно, она опять не сольется. Вот где мне Фрейя помогла реально затащить сложную подземку для многих. Отлично. Плюс 75 самоцветов. Так, надо забрать награду. Идем дальше трешовать. За второй день там, по-моему, рунки дают. Да, отлично. Соответственно, сейчас вкачаем Фрейю. Бастион. Чтобы больше было урона и жизни. Предел вместимости спада. Сколько можно-то, а? Такс. Давайте откроем карту. Бульдозер у меня уже есть. Такс. Так. Так, отлично, улучшили. Немножко героев подключаем.
Получили виконта и опять IGG все никак не успокоится. Так, хорошо, поехали дальше. Следующее, что у нас, это... Посмотрим, что там у нас по подземочкам. Поехали посмотрим седьмые. 10 попыток, если я думаю, вряд ли мы затащим. Попытка не пытка, тут уже, конечно, будет жесть. Смотрите, что делается. Еле-еле отхилился. Офигеть. Ну, попробуем. По фрае, конечно, блин, божественно. Он просто унижает. Ну, надо магию качать. В любом случае, без метели, видите, ты какую же слили. Рину слили, ну все, если этих посливали, то сейчас могут и остальных посливать. Рожей. Тяжеловато, конечно. Вот так вот. В общем, следующее испытание у нас будет седьмые жестокие. Седна одна осталась. Она одна будет сейчас тащить. Правда, от стана на ней ничего нету. Термо, посмотрите, тащит. Можно ей соло проходить. Сама себе дает усиление, баф. Супер. Может и затащит соло сейчас на звездочку. Нифига себе тащит. Правда, я не знаю, или она успеет. Думаю, вряд ли успеет. Стана очень много подходит. Ну, все возможно. Так, забор еще. Да, вряд ли она успеет. Ладненько, с этим закончили. Так, что у нас дальше по плану? У нас хватает на 2 по 900. По 950, хотел сказать, по 450. Нету, ребят, сегодня у нас имбы. Так, поставлю. Я уже думал, блин, сейчас будет имба. Так, поехали. Следующее у нас это... Пришествие монстров на Эль. Расстановку я вам говорил, я не ставлю, не делаю. Смысла не вижу пока в ней, когда уже припечет. У меня тут герои есть. Есть фрейка, которая просто обалденно будет сейчас. Видите, я надеюсь. Отлично. Так. Давай, давай, фрейя, тащи их. Отлично. Чем волны теперь за счастье проходить просто. Супер. L4 зафармлено. L5. Вот так вот, ребят. Просто на изи. Поехали, волна L. Вот что значит один герой. Вообще как-то налегке, я вам скажу, я, честно говоря, даже удивлен по сравнению с тем, как я проходил А-волну. Это вообще ни о чем. Смотрите, дошли до М5.
Жесть просто. Зафармили. На N. Конечно, жестко. Да, Фрея тащит. Еще раз убеждаюсь в том, что это очень обалденный герой. Так, мой на N. При том, что у меня таблетки еще не вкачанные. Ай-яй-яй, здание разбили. Так, хорошо, пробуем еще. Еще есть пару попыток. Так, М3. Отлично, Рину затащил. Потом тыкву слили у нас или нет? А тыковка у нас уже слилась. Так, отлично, отлично, держимся. N. Все, последняя волна, ребят. Интересно, интересно. Рину, давай тащи. Не дай. Все, есть. Офигеть. Просто офигеть, обалденнейший герой. LMN пройден. Благодаря Фрейе. Поехали, волна О. Тест. Ну тут, конечно, я думаю, нас уже сольют. Хотя, кто его знает? О, два, ребят. Напишите потом в комментах, кто на такой силе, до какой волны прошел. Конечно, если вы с донатом там, либо топовые герои, вкачанные со временем. Вы как видите, я тут их не качаю, короткое такое время. О, 4, офигеть! Ну чё? Это очередная победа? Ну-ну-ну, не дай, не дай, не дай, не дай, добей, 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 добей! Есть, ребят! О, 5 пройдено, офигеть! Просто офигеть! Ну что, можете меня поздравить, это реально имба, блин. О, 5, ребят, офигеть! Обалдеть. Ну идем на П, попробуем хотя бы. Я не думаю, что вы уже... Что я уже тут пройду, конечно, но это просто жесть. Что творит Сарделя? Рину Сарделя и Рину Фрея, конечно, тащит. Волна П. Да ладно, еще скажите, что я здесь сейчас еще затащу. Это будет реально жестко. П4. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, почти. Ну давайте еще одну попытку ради такого. Так, очень сильно здание разбили. Блин, ну круто. P2. Это, конечно, зависит от того, откуда они позаходят. А, тут смерть уже, все. Все понятно. В общем, ребят, LMNO пройдено, и это просто, просто, просто жесть. Можете поставить лайк, написать коммент, докуда вы дошли на такой силе. Но я, честно говоря, сам в шоке. Без расстановки, без всего. Это просто какой-то Unreal. Честно. 160 за подземочки забрали. Круто. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.